Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочную, 1,5 метра в ширину, 4 в длину. Все, разгрузились, приступаем. Продолжаем монтаж теплицы арочная, 1,5 метра. Собрали каркас, обшили торцы. Перекрыть осталось и двери с форточками. Теплица стоит немножко на бок. Клиент ее потом будет переносить на другое место. Закончили монтаж. Теплица арочная. 1,50 м в ширину. 1,5 метра. В длину 4 метра. Шагом метр можно делать любую длину. Сваленная конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20. Стенка 1,5 мм у трубы, очень мощная. В торцах 20 на 40 дверной части. Значит, труба покрашена полимерно-порошковым способом, цвет шоколад коричневый. Сотовый поликарбонат 0,75 плотности, 4 мм толщиной. Соты поликарбоната защищены перфолентой и торцевым профилем. На торцах уплотнительная резинка. На двери козыречек. Крючки, замочки. Дверь с форточкой. Можно отдельно, можно вместе. Торец тот также сделан. Такой туннельчик получился. Укосин для большей жесткости конструкции. И якоря забили. Теплицу клиент будет переносить. Все. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока. Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 1,5 метра. 1,5 метра в ширину, 3 метра в длину. На основании из профильной трубы где-то 150 на, не знаю, на 60. Что-то какая-то нестандартная труба. Ну, закрепили на акровельные саморезы. Очень мертво, надежно сидит. Все, каркас собрали, торцы обшили. Сейчас перекрываем двери, форточки. Закончили монтаж теплицы. Теплица арочная, 1,5 метра в ширину, 3 метра в длину. Сваленная конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40 торцевой части. Толщина стенки трубы 1,5 мм. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотности это поликарбонат. Значит, снизу отливы. С этого торца дверь цельная. Тут крючочек. Мочек. Значит, фундамент клиент сделал сам из профильной трубы, что-то типа 150 на 60 или на 80. Оно очень классно получилось. На кровельные саморезы закрепили весь каркас, то есть классно, мощно получилось. В теплице, значит, система подвязки, две нитки укосины для большей жесткости конструкции и дальний торец, форточка. Все. Такая классненькая маленькая теплица получилась. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.